Привет всем, меня зовут Людмила. Я сертифицированный репетитор русского языка как иностранного. Я родилась в России, в центральной ее части, и русский язык является моим родным языком. Свои занятия я люблю проводить с использованием самых новейших материалов и ресурсов. У меня есть опыт работы в Китае около 3 лет учителем русского языка как иностранного. И я хочу поделиться своими знаниями для изучения этого непростого, но красивого русского языка. Хочу сказать, что я обучаю на английском языке. Долгое время я преподавала язык в английской школе British Town, где преподавала русский язык как иностранный. Hello everyone, my name is Людмила, and I'm a Russian teacher as foreigner. I was born in Russia, in the central part of it, and Russian language is my native language. I graduated from university. I can teach foreign students. I will be helped to teach you and help you at all. I want to give you many information about Russian culture and Russian people. If you are a foreigner who wants to start to speak Russian, I will help you with my great pleasure. For a long time, I worked in a British Town school. Also, I'm working currently now in United States of America.